Ребята, всем привет! В этом видео я покажу вам все вот эти вот новые вещи, детально расскажу о них, покажу все бирки, все отделения, все нюансы. Также, если вы хотите, чтобы новое видео вышло как можно быстрее, давайте наберем 165 подписчиков, и новое видео о мошенниках выйдет в кратчайшие сроки. Ну, а мы начинаем. Первая вещь, которую я вам покажу, будет вот такая вот бананка от Элис в цвете хаки. Красивый прорезиненный логотип спереди, магазинные бирки и множество отделений. Первое – это основное отделение. Открывается с помощью замочка. Внутри также есть еще дополнительное отделение. Тоже оно идет на замочке. Коллекция 2020 года. Бирочки на месте. Также присутствует вот такой вот регулятор длины под ваш пояс, либо же под размер вашей груди. И идет такой вот карман сзади, в который можно сложить всякую мелочь. По типу ключей можно положить сюда мобильный телефон по желанию. Ну, я вам, конечно, рекомендую ложить его вот сюда. Здесь будет надежнее и безопасней. В наличии есть всего две штучки. Вторая вещь – это вот такая очень красивая кепочка от Пола Ральф Лорен, выполненная в темно-синем цвете, с золотым конем спереди и с вот таким вот логотипом сзади. Присутствует гравировка Пола на регуляторе длины ремешка, магазинные бирки и сами бирки на кепке тоже присутствуют. Цена составляет 40 баксов, моя цена намного-намного ниже. Коллекция 2020 года. Кепка очень классная, универсальный размер. В наличии пока что есть всего одна, также они доступны под заказ. Кого интересует, пишем, будем оформлять заказы. Третья вещь – это вот такая очень и очень красивая кепочка от Пола Бир. Вот такой вот медведь, баскетболист, надпись Пола спереди. Также вот такая большая надпись Пола Ральф Лорен находится сзади на кепке. Гравировка Пола находится на регуляторе длины ремешка. Магазинные бирки нам показывают цену в 40 долларов, моя цена намного ниже. Вот такая вот бирка. И также присутствует саплер, который говорит нам о оригинальности этой кепки. В наличии есть пока что только одна. Также они доступны под заказ. Пишем. Четвертая вещь – это вот такая вот кепка Пола Бир с медведем на серфе. Тут такая идет большая волна, надпись Пола. Сзади присутствует вот такой вот большой логотип Пола Ральф Лорен, вышитый. Гравировка на ремешке. Ценник нам показывает цену в 40 долларов. Моя цена, опять же, намного-намного ниже. Вот такие вот бирки. Саплер. Все на месте. Кепочка оригинальная. Жаль, что в наличии всего одна и под заказ такие недоступны. Кого интересует, быстрее покупайте. Последняя, пятая вещь, которую я вам покажу, будет вот такой вот рюкзак Eastpak в камуфляжной расцветке. Камуфляж хорошо видно на солнце. Он переливается. Расцветка называется Хамелеон. Магазинные бирки также присутствуют. По магазинным биркам он 10 литров в объеме. То, что надо на лето. Очень и очень красивая моделька. Имеет вот такое вот большое отделение, которое открывается с помощью молнии. Внутри мы видим магазинные бирки, которые нам свидетельствуют о том, что он из свежей коллекции, а именно 2020 года. Также сбоку присутствует вот такая вот липучка, открыв которую мы получаем еще одно отделение, в которое можно сложить либо тетрадки, либо учебники, либо же папку с важными документами. Также присутствует вот такой вот маленький кармашек на молнии, логотип Eastpak спереди. Сзади у нас вот такой вот ремешок, который регулирует длину, с надписью Eastpak. И вот такая вот лямка. Она одна, это специальный рюкзак, сделан через одно плечо. Очень и очень красивая модель. Пока что в наличии есть только одна штучка. Будем надеяться, что в будущем будут завозить еще. Но если это видео вам понравилось, тогда поддержите его лайком. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие видео. Всем спасибо огромное за просмотр. До новых встреч. Пока.